Ой, так четко на улице сегодня мы вышли. Сегодня уже 22 марта. На мышку свою. Спасибо. Мы вышли из дома. Смотрите, как у нас красиво тут все. Мы идем на новый бульвар гулять. Да, Милан? Да, на новый бульвар. На новый бульвар идем гулять. Ну, народ вот потихонечку все равно не сидит дома, гуляет. Смотрите, как цветы цветут красиво. Мама! Такая красота. Пахнет. Да, да. Вот он получается Колизей. Здесь вот это тоже заведение летом. Очень шумное, сказали тут. Все вон гуляют потихонечку, все равно народ выползает. И гуляют вон малыши, маленькие совсем, на велодорожке. Вот такая у нас тут велодорожка, наверное, уже все видели миллион раз, кто смотрит про Батуми. Детки. Мы сейчас идем на детскую площадку. Матвей уже там. Матвей сегодня у друга остался ночевать. И там они уже катаются. Вот еще с этой стороны вам покажу Колизей. Там бассейн на открытом воздухе. И море. И Милану хочется макат. Идет, ноет. Милана спросила у меня сейчас: мама, как строится снеговик? Я говорю, снеговик строится из снега. Она говорит, а я хочу из камней. Я говорю, ну. Вот народ сидит на море. Вот такой самокат электрический. Плюс. Если покупать на Алиэкспресс, ага, или где-то так, $500 плюс-минус, плюс НДС, плюс 600 с чем-то долларов получится с растаможкой. Угу. Понятно. Дочь, ну что, поехали? Иди. Ну мы поедем или что? Вот. Ну все, вот, нам привезли уже самокат. Да? Все? Да. Все, поехали, дочь? Да, поехали. Угу. Так, все, мы поехали. Такая вот детская площадка. Милана вон на какой-то скрипучей горке. Вон Матвей. Ксюха лежит. Саша. Матвейка вон на самокате, на электрическом. Иди с Миланой, Димитр, покатайся. На качельке. Ну да, надо Матвейке сказать. Да. Я уже просил, дай Таисе, дай Таисе. Он же дает. Ну пошли, я ему скажу. Я. Сегодня погода у нас прям шепчет. Классно. Доченька. Давай, давай. Милаш. Давай в трубу, дочь. У-у-у, классно, да? Ну давай, побежала. Такой у нас сегодня пикник. Сидим на детской площадке. Загораем. Классно, так тепло. Сейчас хочу вам показать процесс. Как, когда очень хочется кофе, и когда ты просто
делаешь это в условиях полевой кухни. Карантинного города. Причем среди небоскребов. В городе мы варим кофе. Все по-взрослому. Полевая кухня в действии. Так, я пошел пить. Давай. Мастер-класс, да. Начинающим. Как сварить кофе, когда у тебя нет ничего? Я тут в тени дерева. Короче, мы тут втихаря от детей. Едим чипсоны. Родители зашкерились. И купили себе чипсонов. И прячемся от детей. Карантин, зашибись. Крестиком. Закрыто. Да. Вот такие мы. Родители. Как можем. А что делать? Не мы такие, жизнь такая. А, вот еще у нас один этот. Умелые ручки. Делает из бутылки нам две кружки. Мы забыли стаканы купить. Под сок. Сейчас у нас будет две пластиковые кружки и кофе и чипсоны. Зачем ты принес с собой носок? А как ты думаешь, я тебе буду наливать? Прикол, да? Вообще невероятно. Это что-то. О, дали? О, ну смотри, какая пена. Нормально, хорошая пена. И ты сейчас начнешь, да. Еще брагу бабалийскую, да? Начну брагу бабалийскую. Кокосовое молоко и будет латте капучино. Латте капучино. Это на отмилке. Вот, и носок пошел, вот. Капец. Опа. Только сильно много не наливай. Русские в Батуми называется. Репортаж. Грузия, звоню. Алло. Продолжается у нас кофеварня тут. Уже сходили, купили стаканчики пластиковые. В пластике, ну и что делать? Короче, сегодня мы на кофе. Кофе нас вштыривает хорошо. А почему мы живем? Шоколадка и кофе. Дети сегодня, весь день тут на площадке. А родители втихаря херачат чипсы и кофе с шоколадкой. Можно уже и пойти туда, там присесть. Тут как люди. А дети тут. Вот на черный камушек. Вот. Черный камушек нагрелся. Да. Все, можно. Вот такой у нас пикник сегодня. Можно свои гениталии сложить. Вот люди на лавочках вообще отдыхают, спят. Родители. Дети весь день сегодня на свежем воздухе. Милана танцует. Димитр вон. Человек-паук. Что, хорошо вам? Пошел действительно, как тишина какая в городе. Опа такой. Ды-ды-ды-ды-ды. Кто тут ест без меня шоколадку? Все, беги. Это Патина. Горячая. Все, беги. Короче, дети тут что-то сняли носки. Посмотри, они тут что-то... О, они купались реально.
Дети. Что фонара бум-бум? Посмотри. Мы сейчас скинем видео. Мы потеряли детей. Дети ушли с площадки. Посмотрите, что они тут. Милана. Это что вообще? А зачем вы разулись вообще? Так они внутри, вон, вытащил я их отсюда, изнутри. Они купались здесь? Мокрые, вон, Георгий вообще весь кашу мокрый. Молодцы. Открыли купальный сезон в марте. Да. Замечательно. Тыся, где твоя куртка? Мы не могли. Давай. Я ее все намочу. Мама, я целый. Смотри, он. Георгий. Ой. Милана. Я целый. И что, вода нормальная дать? Мама, мама, я целый. Слава богу. Таися, а ты что? Йоу. Она тоже один раз шлёпнула. Понятно? Да. Короче, сходили мы на море. Мам, как? На море как? Нам не пришлось как снимала, идти. Так и одевай. Как? Дети нашли лужу. До моря мы не дошли. Мы думали, сейчас солнце уходит и пойдем на море. Покидать камушки. Мы думали, мы на... Быстрее на море, я хочу еще покупаться. Одевай давай носки мокрые теперь. Кроссовки тоже мокрые? Кроссовки мокрые? Нет. То есть ты их сняла, да? Мама, мама! Что?